Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – прямой и непрямой типы антогенеза животных. Примеры насекомых с неполным и полным превращением. Сегодня на уроке вы узнаете о типах онтогенеза животных и научитесь различать этапы антогенеза животных и растений, сравнивать прямой и непрямой типы онтогенеза животных. На прошлом уроке мы с вами подробно изучили постэмбриональное развитие именно растений. Сегодня мы приступаем к изучению постэмбрионального развития животных. Данное развитие состоит из двух типов. Первый тип – это прямое развитие животных, и второй – непрямое развитие животных, которое носит следующее название как метаморфоз или развитие с превращением. Прямое развитие Характерно для таких животных, как млекопитающие, птицы, присмыкающиеся и некоторые беспозвоночные животные. Э, непрямое развитие характерно для земноводных амфибий и э, для некоторых беспозвоночных, чешуекрылых, то есть бабочек, жесткокрылых представителем являются жуки, перепончатокрылых это пчелы и наездники. Вы э, только что услышали такой термин, как метаморфоз. Что же такое метаморфоз? Это тип развития организма, при котором происходит глубокое преобразование, строение и смена образа жизни на последовательных стадиях онтогенеза. Метаморфоз имеет место у разных групп животных, как беспозвоночных, губки кишечно-полосные, черви ракообразные, насекомые и моллюски, так и у позвоночных, асцидии рыбы земноводные. Давайте с вами рассмотрим первый тип, это непрямое развитие. Непрямое развитие – это развитие с метаморфозом или личночным развитием. В данном случае молодой организм часто имеет специфические органы или не имеет каких-то органов, характерных для взрослого животного. Такой организм называется личинкой. Вот вы на рисунке видите личинок различных насекомых. Личинка питается, растет. Со временем личиночные органы исчезают и появляются органы, характерные только для взрослого организма. Примеры организмов с непрямым развитием. Обратите внимание на рисунки слайда. На, на данном рисунке вы видите плоских червей. К ним относятся бычий цепень, печеночный сосальщик. Примером организма с непрямым развитием можно отнести насекомых, а также земноводных, которых мы называем амфибиями. Для многих животных-паразитов характерен сложный жизненный цикл. Смена стадий и превращений обычно связаны со сменой разных хозяев. Давайте рассмотрим в качестве примера жизненный цикл бычьего цепня. В кишечнике промежуточного хозяина, то есть травоядного животного, в данном случае это корова, из яиц выходит личинка с шестью крючками. Личинка мигрирует в мышечную ткань. Обратите внимание, вот перед вами дан срез мышечной ткани. Данный срез – это мышечная ткань промежуточного хозяина. Промежуточным хозяином мы называем как раз вот организм коровы. Там личинка превращается в финну. Финна. Вот посмотрите, увеличенный размер финны. Это пузырек со свернутыми внутрь головкой и шейкой. Если окончательный хозяин съест промежуточного хозяина, то есть, расшифрую, если человек съест плохо прожаренное мясо коровы, то вместе с мышечной тканью он проглатывает и финны. В кишечнике окончательного хозяина из финны выходит уже взрослый червь. Затем в организме у человека этот пузырек, то есть головка финны, отваливается, и шейка начинает расти, а от тела начинают отшнуровываться новые членники. И хотелось бы здесь дополнить, что длина бычьего цеп цепня может достигать 10 метров стадии развития насекомых: при развитии, с полным превращением, из яйца появляется личинка, совершенно не похожая на взрослый организм. Обратите внимание. Такое развитие называется непрямым или развитием с метаморфозом, как вы уже сегодня слышали, то есть постепенным превращением организма во взрослую особь. Личинки растут, питаются, однако в большинстве случаев они не способны к размножению. Развитие с превращением характерно для ряда насекомых и земноводных. Стадии развития насекомых. Полное превращение – Характерно для таких насекомых, как бабочки, мухи, комары, осы, шмели, муравьи. У насекомых при развитии с полным превращением осы проходят несколько последовательных стадий, отличающихся друг от друга образом жизни и характером питания. Например, у бабочки, ну или же у майского жука, из яйца выходит гусеница, которая имеет червеобразную форму тела. Затем гусеница после нескольких линий превращается в куколку, неподвижную стадию. Куколка питается, развивается, через некоторое время превращается во взрослое насекомое и мага. Это же можно проследить вот здесь, на этом рисунке. Посмотрите, вот она гусеница, это личинка да, насекомых. Она постепенно окукливается, приспосабливается таким образом. В течение 7 месяцев Куколка развивается. То есть как развивается? Образуются органы, присущие взрослому насекомому. Очень медленно да, проходит процесс. Так, далее она сбрасывает свой покров, и мы видим уже, как покидая свой покров, образуется и мага. И мага это и есть взрослые насекомые. Развитие с неполным превращением характерно для таких насекомых, как саранча, кузнечики, медведки, вши тараканы, клопы. На данном рисунке мы видим насекомые, допустим, кузнечика возможно, да, которые проходят стадию с неполным развитием. Здесь отчетливо видны три стадии, в которой нет стадии куколки, которая характерна для насекомых с полным развитием. Метаморфоз при, присущ и многим позвоночным животным. Так, например, личинки амфибий, то есть э, земноводных, имеют жабры, только один круг кровообращения, двухкамерное сердце и орган боковой линии. То есть, если посмотреть на развитие земноводных, мы видим икринки, из которых образуется в дальнейшем, будем говорить, личинка да, в виде головастика. У данной личинки, в отличие от взрослой особи, имеются жабры, имеется хвост, имеется боковая линия. А если вы помните, боковая линия, она присуща или характерна, будем говорить, для рыб. Далее, развиваясь, она утрачивает данные перечисленные органы, и уже у взрослой особи появляется второй круг кровообращения, появляются легкие, то есть заменяются жабры на легкие, и исчезает боковая линия. Напомню еще раз, личинка земноводных называется Головастик. Рассмотрим прямое развитие. Прямое развитие происходит без превращения. В этом случае вновь появившийся на свет организм отличается от взрослой особи только размерами, пропорциями и недоразвитием некоторых органов. Такое развитие наблюдается у рыб, у рептилий, то есть у присмыкающихся, у птиц и млекопитающих. Так, из икринки рыбы, например, выходит малек, похожий на взрослый особь, но отличающийся от нее размерами и недоразвитием чешуи, плавников. Из яиц, э, присмыкающихся и птиц, вылупляются особи, сильно похожие на своего родителя. Рассмотрим особенности развития птиц. Птицы по типу развития подразделяются на гнездовых и выводковых. Гнездовые, или по-другому их называют, птенцовые, они характерны для хищных птиц, для ворон, грачей, голубей, дятлов, попугаев, воробьев, синиц, например. Птенцы таких птиц рождаются беспомощными, у них очень слабый перьевой покров, как вы видите, веки сросшиеся, Ушные отверстия закрыты. Мы говорим здесь о том, что кожа голая. Такие птенцы не могут стоять на ногах, не могут самостоятельно питаться и очень долго зависят от своих родителей. Выводковые же птенцы, они встречаются у тетерева, глухаря, перепелок, уток. Такие птенцы, обратите внимание, имеют хороший перьевой покров, стойко стоят на ножках сразу после покидание скорлупы, будем говорить тогда, и сами самостоятельно могут уже добывать себе пищу. Особенности развития млекопитающих. Например, небольшая группа млекопитающих, это утконос и хидна, не имеют плаценты. И размножаются они, откладывая яйца. Под класс сумчатых млекопитающих, к которым относятся кенгуру, коала, к примеру, рожает совсем маленького недоношенного детеныша, крохотного детеныша. Это маленькое такое червеобразное существо размером чуть более 20 мм и весом в 750 миллиграммов. Маленький кенгуренок перелезает в сумку своей матери и присасывается к одному из двух находящихся там сосков. Некоторое время он вообще не вылазит из сумки и не выпускает сосок изо рта. По мере роста кенгуренок начинает периодически выходить из материнской сумки и вести отдельную жизнь. И возвращаясь в сумку, питаться уже из второго соска, где, между прочим, состав молока совсем другой. Преимущество прямого развития организмов. Развитие организма во взрослой особи обычно проходит за более короткий промежуток времени. Не проходит существенной перестройки организма и поэтому требуется меньше энергии и питательных веществ. Недостатки прямого развития организма для осуществления эмбрионального развития требуется большое количество питательных веществ в яйцеклетках или внутриутробное развитие потомства. При перенаселении обостряется внутривидовая конкуренция между молодыми и зрелыми особями так как им необходимы одинаковые жизненные ресурсы. Преимущество непрямого развития организмов. У многих видов животных личинки и взрослые особи занимают разные экологические ниши. Это снижает внутривидовую конкуренцию. У малоподвижных или прикрепленных животных личинки способствуют расселению вида, расширению его ареала. Недостатки непрямого развития организмов. Развитие во взрослую особь обычно занимает длительный промежуток времени. И для метаморфоза требуется много пищи и большое количество энергии. Ребята, мы с вами изучили тему постэмбриональное развитие животных. Давайте закрепим изученное. Первое задание. Перед вами дана таблица, вам необходимо внести знаки плюс и минус в графы с неполным превращением и с полным превращением. Правильный вариант ответа. Развитие с неполным превращением лишена стадии куколки. Развитие с полным превращением проходит все четыре стадии. Задание второе. Определите, какие из предложений верны, а какие неверные. рассмотрим правильные варианты ответов. Саранчу и кузнечика относят к стадии с неполным превращением. Это верное предложение. Метаморфоз – это тип развития организма, при котором происходит глубокое преобразование строения. Это верное предложение. Неверным является то, что при смыкающих наблюдает непрямой тип развития. У земноводных после стадии зародыша обязательно идет стадия личинки. Это верное предложение. Неполное развитие наблюдается у присмыкающихся и у птиц. Это верное предложение. И неверное предложение ⁇ то, что в стадии куколки бабочка находится всего один месяц. Ребята, урок закончен. До свидания.